Бизнес делают люди, создают компании, продвигают масштабные проекты, обучают других. Сегодня руководить коллективом и договариваться с клиентами можно с помощью одного хорошего ноутбука. Такого, как Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Для его продвижения мы обратились к российскому бизнес-сообществу и собрали истории успеха, которые легли в основу спецпроекта «Бизнес. Женские тонкости». Почему женские? Все просто. Бизнес давно перестал быть мужской прерогативой. Но женщинам пока еще сложнее строить карьеру, поэтому мы дали слово именно им. Семь героинь рассказали нам семь историй успеха. Они оказались не похожими друг на друга, но объединяло их одно – необходимость использовать мощный, компактный и легкий ноутбук. Все истории прозвучали в эфире Business FM и были размещены на сайте bfm.ru в формате текстовых интервью. Так мы смогли не только охватить аудиторию, которая интересуется бизнесом, но и рассказать, что с по-настоящему хорошим ноутбуком любое дело по плечу. Для оформления интервью на сайте мы сделали фотосессию каждой героини. Во время съемок наши участницы пользовались ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Нам удалось запечатлеть их в рабочей обстановке. Ведь наши героини знают, что такое серьезный подход к делу и не мыслят своей работы без мощного, производительного, но при этом компактного и стильного ноутбука. Спецпроект «Бизнес. Женские тонкости» получил широкое распространение в интернете. Масштабное продвижение позволило охватить огромную аудиторию, которая с интересом знакомилась с продуктом. Как женщины, так и мужчины читали интервью, просматривали фотографии и изучали возможности ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon. За время продвижения с 14 мая по 4 июня проект собрал более 33 миллионов показов в социальных сетях и на интернет-площадках. Количество уникальных пользователей, которые узнали о проекте, превысило 18 миллионов. Рекламное сообщение было сформировано таким образом, что пользователи могли узнать о проекте даже без перехода по ссылке, так как баннеры и посты включали в себя фотографии героинь с ноутбуком, а также одну из значимых цитат из их интервью. Кроме того, более 120 тысяч человек ознакомились с проектом подробно, перейдя по ссылке на сайт bfm.ru. Они смотрели фотографии, изучали характеристики ноутбука, читали и слушали интервью участниц.